Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы снимаем мукбанг. И на ужин у меня кимбап и рамен. И кимчи. Приветствует вас мой кот Лео. Запиваем мы все пивом. На, Леонард. На. На. Так. Завтра у меня выходной. Не планированный. Сейчас на заводе, где я работаю, мало работы. Мои детали не нужны, поэтому мне дали выходной. Завтра пятница. Я отдыхаю 3 дня. Пятницу, под воскресенье. Как замечательно. Очень я рада этому. Безумно. Так что давайте. За хорошие выходные. Как вкусненько. У меня здесь рамен вареный, сверху я с сыром. Уже разбух, пока я здесь все приготавливала. А так я уже говорила как-то в одном из мукбангов, что я люблю... На, Лео. 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 На, будешь, нет? Леонардо, не хочешь? Я говорила в одном из мукбангов, что я люблю рамен, когда такой жесткий. Вкусно. Я добавила сыр и яйцо. Ну, приятного аппетита, если кушаете вместе со мной. Положила много сыра, и на вкус как сырный рамен получился. Леонардо, идем, что ты страдаешь? Так, кимбап с тунцом, по-моему. Помакаем его в бульоне. С тунцом. Простите. Здесь у меня шоколад. На работе коллега угостила шоколадом. Ее угостили родственники, по-моему, точно не знаю, но с Дубая привезли. Не знаю, я еще не открывала. Вот. Откроем, посмотрим. Сейчас очень похолодало. Все болеют. Поэтому нужно быть сейчас аккуратным и следить за своим здоровьем. Мы заказали много витаминов.
чтобы как-то обезопасить себя. В Корее делают специальные витаминные капельницы. Кстати, неплохо помогает. Смотрите, какое яйцо вкусное получилось. Сегодня темы, если честно, нету. Потому что даже я как-то не планировала снимать. Обычно думаю там, что, как, что накрыть, о чем поговорить. Сегодня как-то спонтанно все получилось. Ой, вывалилось. Наверное, за счет того, что у меня спонтанный выходной. Я накрутила волосы. Как вам? На плойку. Меленькую. Сейчас скажу, почему. Сегодня такая, наверное, тема про здоровье. Потому что у меня в последнее время волосы очень сильно падают. До этого у меня тоже падали волосы. Уже давно. И именно в Корее падают сильно волосы. Кто-то говорит, что это из-за воды. Что в Корее плохая вода. Поэтому мы все здесь пользуемся фильтрами. В душ. Да, фильтр вставляем. И специально есть фильтра с витамином С, Д, там, ну, с разными, да. Вот, мы тоже используем такой фильтр. Стоит он 30. Около 30, это с витаминами, если. А если просто фильтр, он недорого стоит. Наверное, доллар. Хватает его на месяц. Ну вот мы брали с витамином С. Прям когда душишься, запах сильный, с лимонным вкусом, запахом я взяла. И когда моешься, ну вот как будто бы кожа, как после геля для душа, такая нежная-нежная. Но, судя по волосам, я бы не сказала, что волосы у меня перестали падать. Ну, сейчас осенний период, и вот, например, у кота у нашего линька. Может, у меня тоже линька. Хотя у меня падали волосы, да. Но в последнее время даже на вид как будто бы вот помоешь голову, посушишь, и вот смотришь, как будто, я не знаю, там три волосинки. Поэтому решила взять плойку и вот какой-то хотя бы объем. В Корее, по-моему, у всех, кто приезжает сюда, все сталкиваются с этой проблемой. Если вы тоже сталкивались с этой проблемой, и вам что-то помогло, пишите, поделитесь.
Я пользуюсь специальным шампунем, сыворотками, брызгалками всякими. В общем, пью тоже всякое разное. Растут новые волосы, но меньше все равно не падают. По приезду в Ташкент я проходила обследование. Вот, у меня был переизбыток мужских гормонов. Мне нужно было сдавать еще анализы, да? Это нужно было, наверное, больше к эндокринологу обращаться уже непосредственно. Но я была короткий период в Ташкенте, поэтому уже не по времени не успела. По-хорошему было бы сходить к эндокринологу, но почему-то до сих пор это не сделала. Вот, заказала витамины. Сейчас хочу пропить. И вообще хочу сходить, на самом деле, потому что мы платим здесь страховку. Но больница почему-то... Не, и слава богу, конечно, что ничего не беспокоит, и не ходим в больницу. Ну вот беспокоит такое, а вот почему-то это кажется нам, что, ну, как бы еще не так сильно. Развалился весь кимпап у меня здесь. Здесь обязательно госстраховка. Я плачу 110 долларов в месяц. И поэтому лечение в больнице как бы обходится не так дорого. Но здесь тоже, знаете, так лечат. Пойдешь, какие жалобы к одному какому-то врачу, он абсолютно все смотрит. Послушает вас, что и как, что вас беспокоит. Анализ возьмет. Ой, анализы не берут. Какие-то лекарства выпишут вам, вы попьете их, и все, у вас все проходит. На самом деле, эффективно. Ну, это если вы знаете, да, что вас беспокоит, и диагноз уже есть, если. А так, на самом деле, от всего у них лекарства. Причем лекарства такие, что сразу вас на ноги они поставят.
Это хорошо, конечно. Также у них пластыри вот эти, да, для ожога, от пореза, от там, от простуды, от еще чего-то. В общем, на все случаи жизни. Один-два раз прилепил, все, на ноги сразу встал, пошел. Сыр расплавился и такой вкус рамена, бульон, как будто садик напомнило мне. Не знаю, почему садик, что-то молочное, манакаш, что-то типа такого. Вообще, раньше волосы были такие длинные, толстые. Потом, это в школьном возрасте. Потом школу закончила. В колледже еще не экспериментировала, а потом только со стрижками. А потом, когда училась на парикмахера, как пошли вот эти эксперименты. Что только с волосами не делала. И вот уже, наверное, с того момента волосы и начали у меня портиться. Ну, тогда я их просто красила. Постоянно секлись, но так не падали. Да вот по приезду в Корею вот начали выпадать так сильно волосы. Ну, причем я еду домой. Если какой-то время, промежуток живу, в Ташкенте у меня так волосы не падают. А вот здесь, а в Корее, вот я не знаю почему. Ну, шоколадка другая. Не знаю, с чем связано. На самом деле, как это, молочное, такой привкус. Ой, я, конечно, наелась очень сильно. Вот этот шоколад давайте откроем в следующий раз. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забудьте подписаться, поставить лайк и пишите комментарий. Всем пока!